что это же все в рамках закона. В принципе, это не наша компетенция. Нам в какую жалобу подавать? Наши права ничем не ущемлены. Мы подали, то подали. Это уже другие должны, если кто-то не удовлетворен результатами, кто-то оспорит. Поэтому вот. Другой вопрос, это же тоже, наверное, я это не анализировал, и как нам всегда говорят, это же не ваше дело, они выиграли, значит, ну, кого-то наймут, наверное, привезут, они же, это фирма красноярская, ну, наверное, сегодня технологии же есть, может, они вам что-то сделают, не хуже. Ну, а вы как опытный дорожник знаете эту фирму? Не, ну, само название этой фирмы, она... Действительно такое солидное, они большие объемы выполняли в городе Красноярске, ну, поэтому тут вопросов нету, но есть другие вопросы, которые я отказываюсь комментировать, я же себе рекламу не даю. Вот. Такой результат стал для вас? Нет, не стал, это было понятно, мы же знаем свои возможности, это же в открытом доступе, какие объемы мы выполняем и какие вот эти фирмы. Другой вопрос, это уже ответственности за выполненную работу, ну вы увидите, будете также отслеживать. Вот на сегодняшний день у нас, по-моему, по сроку 15 августа за окончание вот этого объекта. Ну, мы сами видите, давно его закончили. Ну, во всяком случае, сегодня комиссия 2-е, а не 15-е.